Здраво! Посвящение сегодня не те, что раньше. Детишки, что называется, иногда дают жару. Престижный Калининградский лицей оказался в центре скандала. Фотографии с мероприятия попали в сеть и вызвали у многих ряд вопросов. Завтра церемония посвящения. Есть какие-нибудь исключения? У одного парня слабое сердце, но у него есть справка от врача. Старшеклассники действительно устроили зрелище не для слабонервных. Формат был вполне традиционный. Одиннадцатиклассники посвящают десятиклассников, придумывая для них различные квесты. Но темы для церемонии в этом году стали субкультуры. Готы, хиппи, панки, футбольные фанаты. А значит, и задания квестов были выбраны соответствующие. Нужно было, например, выпить томатный сок из шприца, съесть маршмеллоу с чесноком или найти ключ во внутренних органах животных. Что стало с детьми сегодня? Помимо свиной головы и шприцов, в интернет попали и фотографии пентаграммы, нарисованные на полу. СМИ тут же подхватили горячую тему и начали писать о том, что через подобные субкультуры детям навязывают западные ценности. После шумихи в школу начала приходить полиция и прокуратура. После проверки областная прокуратура попросила уволить директора лицея Людмилу Осипову. Мол, такие вот мероприятия не отвечают задачам по патриотическому воспитанию и прямо нарушают запрет на пропаганду суицида, наркотиков и алкоголя. А разве не все подростки такие? Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни говорят, мол, ничего особенного. Ну, да, развлекались дети, но ничего криминального-то и не было. Другие, наоборот, говорят, пентаграммы и свиные головы как-то не вяжутся с образом лицеистов. Когда я состарюсь, эти подростки будут управлять страной. Эта мысль заставляет меня просыпаться среди ночи. А третьи, наоборот, говорят, пусть как хотят, так и посвящаются, лишь бы учились хорошо. Как говорится, тяжела и неказиста жизнь простого лицеиста. Что нам до свиных голов, лишь бы не было хвостов. До скорых встреч!